привет всем любителям баскетбола и добро пожаловать на Единую Лигу ВТБ. Это Эстония, Таллин. Именно здесь сегодня Калев будет играть против Зенита. Ну а отзаявил Калев, между прочим, ой-ой-ой-ой, тут какой кроссовер сделал Донован Джексон и попал через Микки издали. Силиндж. Скидка шикарнейшая просто в исполнении Оэрса и Камери Мёрфи. Отрывается на домашнем кольце. На нем спалит Дмитрий Кулагин. И вот, пожалуйста, Алекс Пойтрес готов взлетать. Дмитрий Кулагин становится здесь автором результативной передачи. Тайсон Картер никуда абсолютно не торопится. Ой-ой-ой-ой, какая сверхдальняя трешечка. А здесь Бэрон отбивается против Кэмери Мёрфи внутри. У него есть вариант на Пойтреса сыграть. И этот вариант оказывается эффективным. Дмитрий Кулагин. Скидка на Пойтреса великолепна. Седьмая результативная передача для Кулагина. Результативная игра какая. Ну а Донован Джексон творит что-то просто невероятное в этой концовке. 3-9 десяток. 74-75. И атака Калев. Донован Джексон получает. Ллойд великолепно действует в защите. И все. Зенит побеждает. Калев в самой концовке. Браво, Ллойд. Браво, Зенит. И они выходят на второе место в турнире таблицы Единой Лиги ВТБ.